Greetings, everyone. This is Spin Dash, and welcome back to another episode of my Metro 2033 Redux playthrough on the Survival Ranger Hardcore difficulty. In today's episode, RTM, Miller, and his crew will finally set foot in D6, the penultimate level to Metro 2033. We've survived the tunnels filled with both spiders and the saluses. We even lost one of our men in the last episode. But despite all of that, we will finally set foot into D6. Let's go. Our first note will be right at the beginning, right here. It was hard to believe that we found the legendary command center. Was it worth so many lives? Soon we know the better. Yeah, the answer. So, we've finally arrived. Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём со мной. Есть, товарищ командир. All right, let's get going. What a very spooky place. Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Так. Тут наверху должны быть воздушные фильтры на экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Air filter system, huh? We can most certainly use that. Систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. All right. Off to work. There's another door. Okay. Can't open that. Артём! Там должны быть 4 стартера! Yes, sir. Okay. Right. Жми на кнопку по сигналу. Вторая. Second button. Третья кнопка.
3. Так, следующую. Четвертая. Number 4. Молодец. Теперь давай дальше. Первая кнопка. Number 1. Слушай мою команду! Я напомню, пытаемся запустить систему! Давай, пуск! Ничего не выходит! Давай же, еще раз! Ай, безнадега! Проклятие! All right, lift up. О! Прямо как в старом добром кино. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Yeah, we got our handyman work done for the day. Alright, let's tag along. Давай. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Sure does. Ульман, налево. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём! That's disgusting. Но что если... More power. Ульман, давай за мной. Some flamethrower ammunition, which we don't need. Теперь тихо. Пошли. First key will be here. Only key. Medkits. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Заработало! Ай да оборудование! Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый — уничтожен. Второй — небоеспособен. Третий, четвертый, пятый, восьмой, десятый! Да быть этого не может! Вот, вот он! Один есть! Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу.
Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. All right then. Guess we got our fetch quest. By the way, our second note will be right here. This is all built by humans, not giants, even larger than life. Yeah, the D6 is quite the feat and a super construct. Also, our safe will be right here. So, that's the first and only safe, if I remember correctly. So, let's catch up with the guys. Let's see, just checking. All right, let's go. Hello, everybody. What the hell? Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. I guess those disgusting things meant something. Now those were the amoebas. Very annoying little buggers. Упырь я вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Looks like we're going down. Sheesh, that looks disgusting. There goes the Geiger counter. Medkits. Дьявол! Лифт-то здесь. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. I can just let Miller take care of those amoebas. Питомца сухумского обезьянника. Идите ко мне, друзья. Давай сюда! Раздача! Подходи по одному! Gross. Ah. Давай, давай сюда. Надеюсь, он еще работает. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали.
Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Omen. Always the jokester. Anyways, our third note will be right here. What are these creatures and can they really be called that? It's like, those were some nasty critters. The creatures will destroy us after all. We have no choice. We have to win back the faith of our ancestors with fire and sword. Battle or perish. True words can never be spoken. Oh, I'm stuck. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. No, we won't. I thought I was about to reload a checkpoint, but... Golly, this is nasty. Ну как ты? Справишься с этим? Oof. Imagine the smell of this place. Можешь поверить, я за свою жизнь всякого дерьма навидался. Но это... слов нет. You think? Без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне жутко. Yeah, Miller. I'd be afraid too. Not gonna lie. Pretty nasty shit, if you Пойдем. Ask me. Давай ко мне. I went slow all of a sudden. Any minute now. Let's just redo that. All right, much better. More filters. Gonna need all we can. Где ж у него кнопка? А. Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть. А надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артем, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. All right, let's get going. It's now or never, like Miller said. Ladders, man. All right, it's showtime. Thank you.
Many, many minutes later. All right, let's get it right this time. Okay, I remember now. All right, go to the next one. Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. 100%! Сейчас идет на минуту! Артём, давай туда! Already there, Miller. So after screwing it up the first time, I finally got it right. Yeah. Not used to having the button props. Будь оно неладно. Лифты мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Yep. And this is our last note right here. Oh yeah. Dole may be joking, but he honestly may be onto something after all this. Nobody should stop us. The enemy's going down, dust is to ashes. Why don't the Dark Ones try to stop us? Are we coming straight to their ambush? We're I can speak, still pestering me are becoming even more sinister. Feeling conflicted, RTM? Maybe so. Этот лифт вас прямо на станцию поднимет. У нас тут все под контролем, пока вроде все пашет. Возвращайтесь в точку старта. Ульман ждет вас там с подарочком. A gift, you say, huh? I want to see this gift. Ты только оглядись, Артём. Это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес. А в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен? Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там, внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артёмом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. All right. This is the missile guide. Let's get to work. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом со Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. And that's D6. Penultimate level to Metro 2033. It's a very big stage, a very haunted and gloomy looking area, big major complex that we needed to get through, restore power,
bring it back to life. I had to deal some very... There's not a lot of enemies. In fact, those are the only enemies. Those damn amoeba things. The only time you get to encounter them, too. They're pretty annoying. They can take chip away your health if you're not careful, but they're real easy to take out, too. Now, this is a very big level. No, 4 notes in total, but there's only 1 key and only 1 safe box. So, and moral points, not a lot of them. It's like there's hardly any of those in this stage. Then again, we're pretty much at the end of the, getting to the end of this series. So you really don't have to get any more of those. Now, next episode, we'll finally continue to the tower, which is our main destination, so we can put the missile guidance command on top of the tower and ultimately destroy the Dark Ones. Or will we? We'll see. So, as always, I'll see you in the next one. See ya.